Друзья, сегодня утром на самом популярном электронном журнале «От жизни звезд шоу-бизнеса» появилась печальная новость. Многие фанаты и поклонники российского певца Павла Прилучного пишут комментарии под этим постом с просьбой рассказать, как это все случилось. Многие просто рыдают, так как являются большими фанатами Павла Прилучного, нашего любимого российского актера. Мы разобрались в этой ситуации и выяснили, что же случилось. Как оказалось, ранним утром Павел Прилучный был доставлен в одну из больниц города с тяжкими телесными повреждениями. Он пострадал на съемочной площадке. Лестница, на которую по съемкам фильма должен был забраться актер, обломалась, и Павел Прилучный упал с высоты около 2 метров. При падении он сильно повредил руку. Медики его смотрели на месте, но решили вызвать скорую помощь, на которой он был и госпитализирован в одной из больниц города. Сейчас его осматривают врачи, больше пока никакой информации нету. Давайте, друзья, поддержим Павла Прилучного. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо и он выздоровеет. А вы, дорогие подписчики, не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, ведь только у нас каждый день выходят свежие новости. До скорых встреч на нашем канале.